Доброе время суток, друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусные пирожные Павлова. Давайте приступим. В чашу миксера отправляем яичные белки и соль. Взбиваем до легкой пены. Далее добавляем лимонную кислоту, а сахар вводим в течение 5-6 минут постепенно. На средних оборотах взбиваем. Далее взобьем до плотной массы. Добавляем кукурузный крахмал и еще взобьем 5 минут. Такая плотная масса должна у нас получиться. Сахар должен раствориться. Перекладываем в кондитерский мешок и отсаживаем будущие пирожные. Делаем небольшие ямочки и узорчик с помощью маленькой ложки. Отправляем в разогретую до 150 градусов духовку и сразу же снижаем температуру до 100 градусов. Сушим 1,5 часа. И вот такие пирожные у нас с вами получаются. Готовим крем для пирожных Павлова. Берем маскарпоне, добавляем ванильный сахар, сахарную пудру и сливки. Сливки и маскарпоне обязательно должны быть холодными из холодильника. Взбиваем на средних оборотах до плотной массы. Я даже взбивала на минимальных оборотах. Перекладываем крем в кондитерский мешок. Насадку берите по своему усмотрению. Крем готов к использованию. Теперь у меня все готово для оформления. Я взяла ягоды, фрукты. Это физалис, если вы не знаете. Видеорецепт этих безешек тоже есть у нас на странице. А также я взяла клубничный джем. Рецепт тоже есть в ленте. Для удобства переложила джем в кондитерский мешок, что и вам рекомендую. Сначала начиняем джемом, далее отсаживаем крем и оформляем по своему желанию. Надеюсь, видео было для вас полезным. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь на канал, будут еще интересные и вкусные рецепты. Спасибо вам за просмотр. Готовьте и готовьте обязательно с удовольствием. А давайте теперь немного похрустим. Серединка у нас мягкая, между прочим. Вот, видите? Такая тягучая, мягкая серединка.